Всем добрый день, меня зовут Егорова Ирина Викторовна, я врач-косметолог, физиотерапевт и тренер-методист компании Гильтек по профессиональной косметике. Сегодня мы разберем с вами такую тему, как подобрать SPF, то есть солнцезащитное средство, при так называемой сложной коже. Что такое сложная кожа? Сложная кожа – это кожа проблемная, то есть подверженная воспалением, акне, акнеформные дерматозы и все в таком духе. Розация, то есть сосудистые проблемы на коже, которые могут быть как без воспаления, только с эритемой, но и с воспалениями в том числе, то есть уже вторая стадия розации. Также может быть гиперчувствительная кожа, которая критично относится к любому косметическому средству, которое мы на нее наносим, и кожа поврежденная, на которой есть какие-то незажившие ссадинки после воспаления или вообще не связанные с воспалением, повреждения эпидермиса. То есть здесь кожа, которая будет критично относиться к каким-то раздражающим химическим веществам вследствие того, что она не просто гиперчувствительная, а поврежденная. Разберем с вами, какие правила сначала подбора SPF вообще существуют, универсальные, а потом поговорим о том, как быть, собственно, с подбором SPF для вот такой сложной кожи, типа которой я перечислила, варианты, скажем так, которые. Правило следующее, подбор SPF, оно на самом деле очень простое. Мы смотрим в прогнозе погоды, какой у нас ультрафиолетовый индекс, так называемый индекс инсоляции. Он измеряется в баллах от нуля и так далее. Да? То есть там порядка, может быть, 9 даже индекс, но не наш широт. Ориентируемся на вот этот ультрафиолетовый индекс. Если у нас индекс от нуля, условно говоря, до 3, 0, 1, 2, то мы можем выходить на улицу без солнцезащитного средства. Если 3, 4, ну, может быть, 5, то желательно использовать днем солнцезащитное средство с фактором от 8 до 15. Ну, можно, конечно, выше, но главное не ниже 8. Если же индекс инсоляции или ультрафиолетовый индекс в прогнозе погоды превышает уже цифру 4, 5, 6, больше 6, то тогда мы уже выбираем то средство солнцезащитное, которое будет иметь SPF-фактор 30 и выше. То есть если после 6, то однозначно берем уже 50 или 50+, и будем спокойны, что даже кожа будет защищена. Существуют определенные еще нюансы при применении средств с солнцезащитным фактором в части их обновления. То есть мы все знаем, что нужно 2-3 часа ходить, как говорится, под солнцем, а потом обновлять SPF. Почему это важно? Потому что фильтры, особенно химические, которые находятся в составе солнцезащитного средства, они имеют свой ресурс определенный. То есть они 2 часа работают, переводя световую энергию в тепловую и тем самым защищая кожу от солнца, от повреждений, да, от возникновения свободно-радикальных реакций на коже. И, соответственно, 2 часа проходит, мы должны в идеале это средство смыть или снять там мицеллярным лосьоном, протереться тоником и нанести заново следующую порцию. Таким образом, у нас не будут окислившиеся фильтры, уже отработанные на коже, вызывать те самые реакции перекисного окисления липидов, от которых мы ее, собственно, защищаем, и которые вызываются солнцем в том числе. И будет работать следующие там 2-3 часа это средство. Особенно важно это для комплексных препаратов, либо тех препаратов, которые содержат только химические фильтры. Комплексные содержат и химические, и минеральные фильтры. Что нам делать с минеральными фильтрами? Да? То есть существуют экраны минеральные, которые содержат только физические фильтры. Это диоксид титана или оксид цинка. Когда мы используем такое средство, чаще всего это будет напоминать такую белую замазку. То есть минеральные экраны, они не очень комфортны, конечно, на коже. Очень часто для детей до 3 лет делают минеральные экраны, потому что им нежелательно использовать химические фильтры. Такое средство мы можем, в принципе, обновлять, не смывая предыдущий слой. Потому что они работают на поверхности эпидермиса, то есть как зеркала фактически отражают солнечные лучи. И таким образом мы можем походить 2-3 часа, как говорится, намазавшись минеральным экраном, и потом через определенное время, через эти 2-3 часа, нанести следующий слой. И он будет работать, и при этом они не будут окисляться на коже и повреждать ее. Вот это основные правила подбора SPF и его использования. Что же нам делать, собственно, с правилами, как наносить? Да, у нас есть отдельное видео, я надеюсь, его вставят где-нибудь.
надо мной, чтобы вы его посмотрели, как правильно наносить. Там я это все показываю на себе. Но, если кратко, то условные два пальца, которые фигурируют в интернете, я бы, честно говоря, посоветовала заменить на ложечку чайную. Да? То есть вы пальцы у всех разные, лица у всех разного размера. А в чайную ложку, в четверть чайной ложечки с горкой, умещается примерно 1,25-1,5 мл солнцезащитного средства стандартной вязкости, да, обычной кремовой текстуры, не жидкой. Вот, и поэтому, если вы эту четверть чайной ложечки или около половинки чайной ложки нанесете, то этого 100% будет достаточно для защиты кожи от солнца. Чем плотнее крем, тем меньше количество, которое мы наносим. Отдельное хочу сказать, отметить, да, что если мы пользуемся тональным средством с SPF, то, как правило, эти средства наносятся в меньшем количестве, потому что это не совсем солнцезащитное средство, это декоративная косметика, либо уходовый крем с тональным эффектом, ну, например, как наш CC-крем полупрозрачный. Он все-таки не предназначен для защиты от агрессивного солнца, да, он предназначен для такого городского, так сказать, ухода с солнцезащитной функцией. Поэтому там мы наносим, конечно, поменьше, иначе мы просто, как говорится, не будет комфортно это все на лице. Но если мы стандартный крем наносим, солнцезащитный, который призван защищать нас и в городе, и на пляже, то удобнее наносить такое достаточно большое количество в два слоя. В видео, про которое я упомянула, я как раз там это показываю, достаточно легко делать. То есть вы наносите сначала один слой, дожидаетесь, пока он немножко впитается, и потом наносите второй. И вам так будет гораздо удобнее. Вернемся к началу нашего видео, да, то есть к нашей теме. Как же подобрать SPF для сложной кожи? Сложная кожа обычно реагирует не очень хорошо на наличие определенного вида, особенно старых поколений, химических фильтров, поэтому желательно, чтобы в составе были более современные фильтры химические. Достаточно неплохо реагируют на минеральные фильтры кожи, проблемные и гиперчувствительные, и поврежденные в том числе. Поэтому, наверное, правильнее будет эти правила распределить по типам. Для проблемной кожи желательно выбирать текстуру oil-free, то есть безжировую, либо легкого-легкого флюида без выраженной жировой составляющей. Это достаточно сложно, потому что мало oil-free текстур с хорошим высоким уровнем защиты. Вот у нас как раз есть наш любимый мультипротектор SPF 50+. Вот. И он имеет как раз ту самую текстуру oil-free, поэтому к нему очень хорошо относятся люди с проблемной кожей, люди вообще с жирной кожей, с комбинированной, которым сложно подобрать стандартный SPF в магазине, масс-маркет или в аптеке, потому что химические фильтры, они в основном жирорастворимые, поэтому проще производителю, конечно, положить их в жирный крем. А комбинированная жирная кожа, особенно проблемная, относится очень критично к жирной текстуре. Вот. Если мы выбираем легкую текстуру, то меньше шансов, что у нас будут закупориваться поры, возникать комедоны и последующее воспаление. Если кожа имеет такую проблему, как розация, имеет гиперчувствительность, склонность к покраснениям, сосудистые проблемы, то при розации, например, с воспалениями и даже без воспаления, oil-free текстура тоже хорошо подойдет, потому что не будет провоцировать воспаление. Если же кожа страдает повышенной чувствительностью, она очень реактивная, аллергичная, то желательно отдавать предпочтение средствам, которые не содержат вообще химических фильтров, то есть минеральным экраном. Можно пользоваться детскими, которые предназначены для 3 лет, но там надо быть тоже осторожными, потому что они бывают плотной достаточно текстуры, и кожа комбинированно жирная, склонна к воспалениям, если она при этом гиперчувствительная, может отреагировать негативно. На эту плотную текстуру будут закупориваться поры и провоцироваться воспаление. Поэтому выбираем все-таки по возможности легкие текстуры, минеральные экраны для взрослых. Вот. И отдельный момент – это спреи. Спреи, они, как правило, масляные. Кажется, что вроде спрей, это легкая такая текстура, как бы я нанесу, как вуаль, и мне будет хорошо, да? Но если у вас воспаленная кожа, если есть воспаление, если есть повышенная жирность, если есть... Кстати, вот эти вот спреи, они никогда не бывают на минеральных фильтрах, это всегда химические фильтры, поэтому для реактивной кожи они тоже не полезны. Поэтому масляные, жирные вот эти спреи я бы, честно говоря, не рекомендовала в качестве солнцезащитных средств для сложной кожи. Ну и последние тональные, да, средства. Многие спрашивают, как пользоваться тональным средством.
с SPF, да, тональной пудры, например. То есть не могу подобрать себе крем, хочу пользоваться пудрой. Могу сказать, что пудра дает защиту, ну, максимум 15, да, и то недолго, потому что она смешивается с потом и так далее. И, в общем, защита не очень полноценная. Пудрой можно припудривать, например, другое солнцезащитное средство с, там, с небольшим, допустим, индексом там, 25-30 или с более высоким, но при жирности кожи, которая мешает жить своим сальным жирным блеском, можно использовать пудру, но не нужно надеяться на то, что пудра вас защитит полностью от солнца. Ну и основное, конечно, о чем не нужно забывать, чтобы избежать пигментации или каких-то проблем, вызванных фотостарением, да, ультрафиолетом, это защищать кожу механическими средствами, то есть избегать нахождения на солнце под прямыми лучами при активном ультрафиолетовом индексе, да, то есть когда высокий ультрафиолетовый индекс. Прятаться под бейсболками, шляпами, крупными очками, то есть не давать ультрафиолету проникать на особенно чувствительные тонкие участки кожи лица. Ну и не только лица, руки тоже старайтесь защищать, наносите туда тоже SPF. И, собственно, тогда мы уже сможем защитить кожу от солнца не только при помощи косметических средств, но и механическим путем, просто избегая контакта с ультрафиолетом. Вот на этом я бы хотела это видео закончить. И очень хочу вас попросить, ну, во-первых, поставить лайк, если вам не сложно. Это будет нас мотивировать на съемку новых видео. Но самое главное, поделитесь, пожалуйста, в комментариях своим опытом. Если у вас сложная кожа, проблемная, розация, гиперчувствительная, поврежденная, о чем мы сказали в начале как раз, поделитесь, пожалуйста, какие средства с SPF вам понравились или какие прямо очень не понравились. Это поможет нашим всем подписчикам и читателям тоже сориентироваться, потому что на чужом опыте тоже полезно учиться. Буду вам очень благодарна. И если у вас будут какие-то вопросы, тоже задавайте их под видео, мы обязательно на них ответим. Всего вам доброго, до новых встреч!